Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует строительная компания Elite Group. Меня зовут Анжелика. А меня зовут Юля. И сегодня мы сбежали днем с работы для того, чтобы показать вам прелести нашего центра. Мы сейчас находимся в центре города Алания на прекрасном пляже Клеопатра. Итак, пляж Клеопатра – это, наверное, самое знаменитое место в Алании. Чем знаменитен пляж Клеопатра? Тем, что пляж песчаный. Песок прекрасный, то есть он не слишком тонкий, не слишком мелкий песок, не как мука, а очень красивый, из натуральных камней, такой вот меленький-меленький камушки. Также да, пляжу Клеопатра... Как раз, да. Не липнет. Значит, также пляжу Клеопатра присвоено название «Голубые флаги». Он входит в десятку самых лучших пляжей мира за чистоту и за пологий вход в море. С детишками, с маленькими, просто идеально здесь, конечно, купаться и отдыхать. Значит, рядом за нашей спиной расположена крепость. Крепость – это наша большая знаменитость, одна из исторических ценностей Алании. Прекрасно подсвечена. Рядом располагается, вот за нашей спиной практически можно видеть, специальные для физических упражнений стоят тренажеры. Тренажеры на улице, ну и, конечно же... Да, то есть можно на них заниматься, всем выйти здесь, подниматься, позаниматься там фитнесом. Вот. Ну и стоит добавить, что мы снимаем видео наше в ноябре, на дворе просто ноябрь месяц. Прекрасная стоит погода, море шикарное, шум моря, наверное, слышно. Туристы купаются до сих пор, загорают. И так каждый отдыхающий, житель и приезжий города Алании может воспользоваться парковой зоной, этой красотой. Посмотрите, здесь располагается для детей парковая зона, баскетбольная, волейбольная площадка. Также здесь рядом находится парк специально для детишек с ограниченными возможностями. Как вы видите сами, это излюбленное место для молодоженов. Они приезжают сюда фотографироваться, объясняться в любви, давать свадебные клятвы. Сегодня середина недели, поэтому людей не так много. Обычно на Клеопатре огромное количество детей, родителей. По воскресеньям все приходят сюда на завтраки, наслаждаются видом. Неспешно сидят на лавочках, в небольших кафешках, пьют чай, кофе и думают о своей прекрасной жизни на берегу моря. Друзья, пляж Клеопатры – это рай. Это на самом деле райское место с пальмами, с финиками, пальмами, где можно ходить, гулять, бродить. Мы готовы реально бродить здесь часами, наслаждаться вот этой природой. Обалдеем от этого, но все не передать на видео. Так что, ребята, приезжайте, сами посмотрите на эту прелесть, на эту красоту. Подышите этим воздухом, восхититесь этими прелестями природы, нашим городом Алании.